А победителем прошлого ролика становится вот этот вот челик. Он получает 54 рубчанских. Отпиши мне ВКонтакте со всеми доказательствами, и ты заберешь свой приз. Ну а чтобы принять участие в следующем ролике, тебе нужно поставить лайк, подписаться на канал, оставить один положительный комментарий. Все те же условия, но розыгрыши уже больше становятся. С помощью лайков разыграем бабосики. Допустим, если набирается 50 лайков, разыграю 50 рублей, 100 лайков, 100 рублей и так далее. С помощью комментариев выбираем рандомного человека, который заберет весь приз. В общем-то, участвуйте, выигрывайте и побеждайте. Но мы переходим к ролику. Погнали, парни. Здорово всем, парни, с вами Василько, это ролик по Crazy Time. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. В общем-то, с 500 рублей, 500 рублей у нас на балансе, с 500 рублей не словил я Crazy Time, к сожалению. Но давайте хотя бы посмотрим, какой икс здесь будет сейчас. Я бы на синее поставил. Я сам уже, если честно, не помню, какой икс. Блять, на синее самый маленький икс. 50-50, 15 икс на синее. Пиздец, да, бывает, такая тема тоже бывает. Ну ладно, окей. Come here, girl, let me touch up on your butt. Give it to you, got me reaching for your guts. Witness it to my head, be witness it to my... Первая ставочка 100 рублей на x2 множитель. Здесь еще старая тема была, когда можно было от 5 до 50 тысяч ставить, сейчас от 10 до 100 тысяч. Расцветки совсем другие раньше были. Ну, типа, этот ролик был уже давно записан. Ну, как давно? Относительно давно. И выпадает x5 на x75. Вот жалко, что не поставил. Ну ладно, бывает. Ну на этом ролике, как обычно, в принципе, озвучка, ничего нового. Иногда бывает без озвучек ролики, но сегодня опять с озвучечкой. Давно я хотел ролик этот выложить, но как-то все руки не доходили, но все-таки хороший ролик. 400 рублей на x2 множитель поставил. Вот, сразу решил залыниться с лету, потому что, типа, двоек давно не было, во-первых. А во-вторых, 500 рублей очень сложно подняться, тем более в казино все это прекрасно знают. Вот, чтобы как-то более-менее можно было подняться, нужно какую-то жесткую ставку сначала сделать. Вот, поставил 400 рублей, выиграл сразу же 1200. Идем дальше. Прошло какое-то определенное время, я уже подслился слегка и решил 700 рублей, то есть all-in, поставить на x2 множитель опять. Потому что жестенько слился. Ну как жестко? Ну, блин, жестковато я слился, однако. Бывало, конечно, похуже, да. Ну, по крайней мере, 500 рублей я уже слил, и остается только алынить, чтобы как-то дальше продвинуться. Вот, 700 рублей заалынил. Двойка, в принципе, была только моя двойка, и сейчас опять можно надеяться на двойку. И хорошо, двойка залетает. Хорошечно, пацаны. Я вот предпочитаю... В последнее время я заливаю деньги на Crazy Time, там... Большие суммы я давно заливал, но все равно сливал. А маленькие суммы заливаю, пытаюсь аккуратненько играть. И с этого почти ничего не получается. Потому что если ты не будешь жестить, то очень сложно подняться вообще на Crazy Time. Короче, я пошел в Баккарат. У нас 1800 рублей на балансе с вами. Я решил жестко рискнуть. Поставил на банкира 1250 рублей. То есть, по сути, это, блядь, почти all-in. Ну... Как я сказал, без рисков никуда. До хера было плееров, я думаю, почему бы на банкира не поставить. Вот, в принципе, поставил, и ничья. Ничья, к сожалению, ничья. Решил еще одну ставочку поставить. Ну, если уж ничья, то еще надо одну поставить. Чуечка была хорошая, что у нас банкир выпадет после стольки плееров. И, собственно, надежда, хорошо. Видите, в чем фишка? 5-5 было, и девяточка выпадает. Если бы восьмерка выпала, было бы 5-5. И была бы опять ничья. Ну, выпадает девяточка. Вот. 500 рублей, короче, я поставил. Пришла новая дама с Амстердама, бля. Алина. Русская целочка. Или не целочка. Сразу такое думаю, бля, привет, напишу ей, что ли. Ладно, окей. 7 выпадает на плеера. 3, 8, 7. Проебали. Проебали. Окей. Залетел на Crazy Time. Увидел, что на пятерку x100. И выпадает коинфлип следом. И такой, да ну в пизду этот Crazy Time, да? Пойду я лучше опять в Баккарат. 2,5 у нас на балансе, грубо говоря, на 2,488,92 копейки. Это с 500 рублей. Опять 1250. Блять, жесткие ставки, согласен. Пиздец, какие жесткие. Опять 1250 поставил на банкира. Потому что банкир... Плееров очень много, банкиров мало.
вчера, блядь, ну, это было 16 августа. Вчера был пиздец. Вчера залетело 16 раз подряд банкиры. И я вообще в таком шоке просто был, что пиздец. Окей. Комиссия здесь жесткая, конечно, на банкира. А что поделаешь? Вот, у нас уже 3 700 почти на балансе. Вот, решил по фанчику опять поставить... Ну, 650 рублей поставил на банкира. 500 все-таки решил. Все-таки решил 500, ладно. Чтобы 3176, чтобы 176 рублей распределить на кредитами. Умное решение, в принципе. Хотя нет, тупое. Выиграл бы 4000, бы было побольше, бы 4300 где-то было. Но 450 тоже неплохо. Чтобы 4000 ровно было, 150 рублей ставлю. Короче, ставлю 250 рублей на x2 множитель. У нас осталось ровно 4000. На x10 выпадает 15x. Это просто пиздец. Но выпадает x2. Моя конфетка, моя блондинка, моя брюнетка. 4,5 на балансе. 4,5 на балансе, это, в принципе, неплохо. Такой лайтовый ролик, поняли? Предыдущий ролик, конечно, пожестче был, когда последние 200 рублей ставишь и выпадает x25 на x2. Вот это да, пиздец. А тут такой лайтовенький ролик просто. Ну, короче, здесь пошли чистые сливы. И самое жесткое, это я 1250 поставил на x2 множитель. Вот, последняя ставочка, нет, не последняя. И он, x2 множитель этот долбанный. Залетает вроде бы, да? Ну там лайт был, в итоге херня какая-то происходила. Решил я, короче, остается у меня 3500, решаю я поставить 1500 на плеера. Да-да, нет-нет, два косаря, если что, вывод, все равно неплохо. А если выдает, то 5000, в принципе, хорошо. И, как вы видите, 5000 я забираю к себе в карман. Между 500 рублями у нас 10 минут разрыв. То есть я хотел 5000 сделать. И как бы фишка в том, что я поднял 4,5. И интервал 10 минут, как я сливал, и потом 1500 залынил. Ну, 1500 поставил и выиграл 5, эти долбанные тысячи. Вот, все, подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставляйте положительные комментарии. Вот такой вот у нас ролик получился по Crazy Time, да и в Баккарату. Но, по сути, здесь Баккарат в целом, потому что по Баккарату я здесь больше прошелся. Но Crazy Time тоже, как бы, дала себе знать. Все, всем удачи и всем adios. Удачи, парни, покедово.